Олександр Погорілий, старший офіцер відділення по роботі з особовим складом 79-ї окремої аеромобільної бригади. Народився в Одесі, там навчався, працював, та потім, як каже сам Олександр, доля склалася так, що він обрав службу у повітряно-десантних військах, про що ні на хвилину не пошкодував. В глибині душі завжди об этом мечтав, ну, можна сказати, повезло. В АТО я попав в прошлом году, вот, когда, в принципе, начались события, вот эти все, и после аннексии Крыма первое время мы находились на границе с Крымом, вот, а потом уже поступила задача, я в составе бригады, там еще несколько подразделений, убыли на восток Украины, в зону АТО. Был я там дважды, ну, в общей сложности, наверное, около полугода. Промежуток между разрывами был, ну, порядка 5-4 месяцев. Получается так, для когда все только вот началось, для большинства из нас, мы же военнослужащие, у нас есть и выезды, и учения, и полигоны. То есть это было что-то типа длительных учений. Потом, конечно, уже пошел процесс, скажем так, отягощения обстановки, уже пошли боевые действия. Постепенно мы в это вошли, где-то сознанием, физически уже были к этому готовы, сознанием постепенно в это входили. Морально? Морально, ну, знаете, как никто не ожидал, да, что в нашу страну придет война, и многие из нас, ну, наверное, все, никто не был к этому готов. Вот. Первые наши потери, первые бои, они принимались с таким непониманием, с отторжением, потому что осознать это было достаточно сложно. Вот. Первые дни были самыми тяжелыми, конечно. Нельзя сказать, что сейчас мы себя чувствуем как рыба в воде, нам все нравится, но тем не менее мы уже понимаем, что происходит, мы понимаем, какие у нас задачи, на что мы способны и что от нас ждут. Моя специфика работы в том, чтобы настраивать людей на нужный лад, скажем так, морально-психологическая подготовка к обстоятельствам, к ситуациям. Потому что любые события, которые, ну, в нашей жизни не постоянные, не повседневные, они требуют особой подготовки. Вот. И надо внушать людям, ну, военнослужащим, что это наш долг, это в первую очередь проявление патриотизма. И так как мы военнослужащие и сознательно вступили в ряды вооруженных сил Украины, мы обязаны выполнять возложенные на нас задачи. Вот. Основное было направление, да, это именно подготовить людей к событиям, которые, ради которых мы, в принципе, служим и учимся этому все время. Местное население, особенно, конечно, там, на Востоке, ну, что у обычного человека в голове? Лишь бы не было войны, и, в принципе, неважно, какая власть, главное, чтобы хорошо жилось, и все было в достатке. Вот. Сейчас, конечно, наблюдается такое, народ запуган. Он не знает, чего ждать от нас, он не знает, чего ждать от противника, ну, как мы его видим. И когда, конечно, мы попадали в населенные пункты, которые в свое время были освобождены от оккупантов, либо просто подвергались какому-то воздействию, будь то через средства массовой информации, будь то просто на их территории находились оккупанты. Где-то вот страх. Допустим, мы приходим, мы пытаемся менять сознание, умы людей, что мы украинская армия, что мы для своего народа, мы на своей земле. Всячески помогаем, поддерживаем, оказываем необходимую медицинскую помощь, потому что в особо отдаленных населенных пунктах у них, возможно, даже нету больницы своей. Вот. Наши медики в этом направлении помогают. Инженеры, просто военнослужащие восстанавливают здания, какие-то другие сооружения. Просто даже элементарно подготовка к зиме – это дрова, это что-то, чем можно топить. Нас встречают, особенно вот в отдаленных участках, естественно, настороженно. Люди в форме, люди с оружием, какие у нас цели, кто мы, что мы.
Первые дни вообще там из домов не выходят, на улицах не появляются. Потом постепенно, по чуть-чуть мы начинаем работать с местными властями, с всякого рода государственными заведениями, ну там школы, детские сады, дома престарелых. И когда они видят, что мы с благими намерениями, потихоньку мнение, конечно, меняется, но опять же остается страх, а если вы уйдете и придут другие, что с нами тогда будет? Страх у всіх один. Що буде завтра? Як розвиватимуться події та як жити далі? Зруйновані домівки, зруйноване життя. Дякувати Богу, Олександр повернувся з зони АТО без ушкоджень. Ні ранень, ні травм. Ну, учитывая, що ми все довгое время находились під обстрілами, то, як мені кажуть, треба обслідуватися, да, обслідуватися. Ну, нічого не тривожило, слава Богу. Вроде чувствую себя хорошо. Когда еще находились там, часто об этом думали, что все, вот, все поменялось, жизнь пойдет совершенно в другом ключе. Конечно, вот когда созванивались даже здесь с ребятами, тут как бы мирно все, все спокойно. И верилось, конечно, в это с трудом, и мы находимся там. Но когда приехали, конечно, было разное в голове, что там будет хотеться спать там в блиндажах, там в ямах, и на полу будем спать, все. Ну, как-то потихонечку, постепенно, конечно, помогали родные, близкие, всегда рядом, всегда протянут руку помощи, подставят плечо надежное. Каждый, конечно, приходил в себя по-разному, кто-то сложнее, кто-то проще, зависит, конечно, и от морально-психологической устойчивости лично каждого, ну и от других, конечно, обстоятельств. Но, наверное, подтвердит мои слова каждый, что первое время, да и сейчас, иногда реагируем не совсем спокойно на какие-то резкие звуки, хлопки. Да, понимаем, что мы здесь, вдалеке от событий вот этих вот боевых, но тем не менее, и даже есть такое, что вот где-то хлопнуло, и сразу глазами ищешь, где бы спрятаться, какие-то выемки, какие-то там бугорочки, укрытия. То есть оно никуда не делось, может, со временем притупляется, уже уходит вот этот вот пережитый страх, но где-то оно все равно осталось. Підтримка бійцям зараз потрібна як ніколи. Стомлені від безкінечних обстрілів, моральної напруги, солдати знаходять відраду в кожному щирому листі від дитини, в кожному сплетеному оберігу з українською символікою. Навіть можу сказати по собі, що, звісно, маленькі радості, там, щось вкусненького, там, інтересненького, це таке діло, але іменно от вдохновляло, що придавало сил, це, звісно, підтримка народу. В чому це виражалось? Нам туди присилали рисунки, поділки, і буквально навіть просто, коли ти розглядаєш рисунки дітишок там, зі шкіл, з дитячих садів, і коли вони своєю дитячою ручонкою пишуть «Ми за мир, повертайтесь живими, ми вас чекаємо», ну, просто от пробирает аж до глубины души, и ты понимаешь, что это нужно людям, и они в нас верят, они нас поддерживают, и нужно стоять до конца, потому что нам есть кого защищать, это видно. Вот это, конечно, придает очень много сил. И сейчас большинство ребят носят на себе обереги всякие, украшения, какие-то мотаночки, повязочки. То есть это можно увидеть, ну, на большинстве военнослужащих, конечно, все это с украинской символикой. Да, конечно, есть коллеги мои, с которыми я прохожу непосредственно службу, товарищи. Ну, созваниваемся в телефонном режиме. Конечно, я даже не спрашиваю, где вы, что вы, сколько вас там, какие задачи выполняете. Но вот как дела, как условия в таком формате, конечно. Жоден солдат, який загинув на полі бою, не забутий.
Олександр каже, кожного бійця пам'ятає поіменно. Вот, в частности, даже на днях у нас будет мероприятие, приуроченное к годовщине обстрела наших позиций, наших подразделений под Зеленополем. Погибло тогда много наших товарищей, было много раненых. Ну, конечно же, мероприятие это будет направлено не только на тот круг лиц, которые пострадали в тот страшный день, но и, конечно, и на других, потому что мы уже много потеряли наших бойцов, героев, достойных. Вот, и будут приглашены их родственники, будут приглашены власти города. И это важно, мы не должны их забывать, должны однозначно напоминать об этом, потому что их жертва, она, ну, не должна быть напрасной. Мы все верим в то, что мы сейчас делаем, какие усилия прилагаем, даже те, которые от нас ушли, что это не зря, что мы идем к чему-то правильному. Вот. Для нас это сейчас такое испытание, для нашей страны, для армии, для жен, матерей, сестер. Серьезное испытание, но мы через это пройдем обязательно. И всех помним, каждого поименно. И, конечно же, не оставляем без помощи их семьи. Регулярно даже вот мне поступают звонки от волонтеров, дайте номера телефонов жен, родственников, мы можем помочь и детям, и семьям, потому что многие остались просто без кормильца, многие остались с двумя-тремя детьми, и, конечно же, нуждаются в помощи. Государство, ну, помогает, как помогает, но и мы не забываем своих побратимов и их родственников. Вот так вот. Багато що змінилось за останні роки. Багато чого ми побачили та пережили. Та попри всі негаразди на нашому шляху, ми залишаємося незламними, поки є такі захисники, як Олександр. Ми молимося за тих хлопців, які зараз боронять нашу землю.